Всем привет, друзья! С вами Михаил. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня стоит солнечная погода. Наконец-таки весна вступает в свои права. Март. Да. В этом году зима выдалась довольно-таки длинная. Вот у нас тут парк. Раньше был это сад яблоневый. Причем мужичок катается. Смотрю, на лыжах вон там он едет. Кто-то бегает. А я сегодня открою велосезон 2018! Поздравляем меня! Пойду прокачусь по городу, сначала в парк там посижу немножко, покушаю, так сказать, подышу свежим воздухом. То надоела эта темнота, хочется уже на солнышке побывать. Так, ребята, не переключаемся. Что я сегодня взял с собой? Редиску взял, газ, горелочка, вода для супа. Тут у меня пророщенная пшеница, потом покажу. Кнор, горячая кружка, две штуки, две халвы. Вот, ну это так, чисто прокатиться, покушать. Just give me one chance. Your touch got me hypnotized, but I'll read between the lines. Your eyes don't tell a lie, a lie, don't lie. I ask, take my head to the dance floor, girl. I ask. Вышел на замерзший пруд. Детишки тут построили укрепление. Урода. Да, на улице уже тепло, а зима. Такое ощущение, как будто бы на улице декабрь месяц. Снега лежит куча. Ну хорошо, что дорожки сухие. От первой поездки что могу сказать? Немножко легкий жжет, ну потому что первый раз. Вот, но это проходит очень быстро. Поэтому все нормально. Сейчас пойду покушаю супчика. Походим. Сейчас глянем, что тут интересно. Уточки. Ну,
кто? Есть кто-то? Ну-ка посмотрите. Никого нет. Так, сейчас приготовим супчика. Велик не падает. Вот 3 минуты можно засыпать. Помешаем. Помешаем. Специально взял 2, чтоб пожирнее было. Все, ждем, пока закипит. Короче, весь снега тут столько, что лавочка даже как лежак. Но сидеть можно. Чашка заварена. Можно посидеть, порадоваться солнышку, отдохнуть. Сегодня обед у меня будет непростой, угадайте, что в этом пакетике. Очень полезная вещь. В последнее время я подсел очень на эту штуку. За место хлеба как бы кушать, да, вообще с утра и вечером. По совету Виталия Островского, если меня смотрите, спасибо большое. Канал Виталия Островского, кстати, можете зайти посмотреть. У него очень много всяких блюд вкусных. И самое главное, очень полезных. Вот так что. По его совету решил попробовать вот такую штуку. Что это, угадайте? Это пророщенная зерна пшеницы. Видите, вот с проростками. Они очень полезны, обогащают наш организм ферментами. Самое главное для человека и для того, чтобы он не старел, а выглядел моложе, это ферменты. Со временем наши ферменты, соответственно, организм теряет. Получить их из обычной пищи невозможно. Вот, покупаем пшеницу, проращиваем маленькими зернышками. Если кому интересно, пишите в комментариях, могу рассказать, как проращивать. Проращивается очень легко. Активируется водой, потом 3 раза промывается водой, ну и где-то сутки стоит, пока не появятся вот такие росточки 2-миллиметровые. Если ростки очень большие, в том случае уже пшеница активировалась, но ростки должны быть маленькие, примерно 1-2 миллиметра, как у меня, вот видите. Так что попробуйте, всем советую внедрить в свой рацион такую вещь, как пророщенная пшеница. Будьте здоровы, друзья! Вкусняшка. Дядя Толя Матвиенко, если смотрите меня, огромный вам привет, здоровья вам, счастья. И побольше разных видео, мне очень нравится смотреть ваши видео, всякие изобретения.
то, что вы сами делаете, то есть кощепочница. Очень-очень человек с руками. Поэтому уважение, дядя Толя. Здоровья, счастья вам. Ну и всем моим друзьям, подписчикам, кто меня смотрит, тоже всем огромный привет. Снимаю сейчас на чистом энтузиазме. На ютубе сейчас просто новые правила. Монетизацию меня отключили, поэтому снимаю не ради денег, так скажем, ради вас, ради себя. Вот теперь нужно, значит, чтобы включили монетизацию, нужно набрать 1000 подписчиков. И 4000 просмотров, по-моему, если не ошибаюсь, да? Сколько там? То ли за месяц, то ли что-то такое. Так что ничего страшного. Со временем все будет. Особо и не тороплю, как бы это дело. Денису привет. Котский, Маслов, и смотрите меня, пацаны, здорово. Есть у меня намечки, это этим летом поехать в велопоход. Как раз с другом Денисом. Если соберемся, Бог даст, поедем. Куда-то недалеко, но в лес хочется. Чай сегодня с чабрецом, ребята. Чабречный. С халвой, с халвой. Ребята, первый день по катушку выдался вот таким вот. Приехал в парк, сейчас немножко сижу, попью чайку, поеду домой. Завтра еще выйду в парк. Ну, там детишки с горки катаются еще. Горка еще пока в целом. Так что всем, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока.